Приветствую всех из Одессы. Сегодня у нас 15 марта. И буквально несколько минут назад поступила информация о том, что в центре города, на перекрестке улиц Екатерининская и Большая-Арнаутская, случился прилет. Но не ракеты, а фасада здания, которая немного подустала от всего происходящего, судя по всему. Здание ветхое, обвалился кусок, вы прекрасно все видите на видео. Кусок довольно-таки солидный, если бы кто-то проходил рядом, то могло бы и убить, так сказать. Так что такие вот дела. В центре города надо быть поосторожнее, потому что очень много зданий старых. Здания, все практически здания в центре города — это памятники архитектуры. Некоторые из них, конечно же, отреставрированы, находятся в идеальном состоянии, такие, к примеру, как дом Русова и прочие здания, ну а некоторые нуждаются в ремонте, поэтому происходят подобные ситуации периодически. Вот. Обстановка в военном плане в Одессе спокойная. Надеемся, что сегодня не будет такого большого количества тревог, как вчера. Вот. Ну а там неизвестно, как будут развиваться дела. Подписывайтесь, друзья, на канал, чтобы не пропускать новую информацию. До встречи. Всем пока.